Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите, как всегда, кулинарную пропаганду. Немного теплых ламповых историй. Есть почти в самом центре Москвы один пивной ресторан, который я довольно регулярно посещал. К слову сказать, заведение приличное, но не более того. И вот в нем шеф-повар периодически вводил в меню очень классные блюда. Например, именно там я ел совершенно великолепный бычий хвост с красной фасолью. Ролик на эту тему снимал и ссылочку повешу в конце ролика. Так вот, там одно время подавали косуле. Офигительное косуле. К сожалению, довольно быстро его из меню убрали, видимо, дороговато получалось. Сразу подчеркну, что косуле – это не какой-то рецепт, отлитый в бронзе. Это жаркое. Сначала мясо поджаривается на сковороде, а потом долго тушится в духовке. И сразу подчеркну, мясо должно быть разное, это важно. Блюдо французской кухни, я бы даже сказал, французских крестьян. И вот честно, если бы я прочитал этот рецепт в книжке, то почесал бы свою плешь и не стал бы готовить. И вы, я уверен, посмотрите, пожмете плечами и забудете. Но обязательно сохраните этот рецепт в избранном. И когда-нибудь, когда вас нелегкое занесет в какой-нибудь французский ресторанчик во Франции, во время отпуска, быть может, и вы попробуете там настоящее косуле, вы будете поражены, будете восхищены. И вот тогда, вернувшись домой, начнете шерстить все доступные вам источники, чтобы повторить этот рецепт дома. И я надеюсь, тогда вспомните этот ролик и не благодарите. В чем сложность рецепта? В двух, ну ладно, в трех ингредиентах, и они практически обязательны. Это так называемые тулузские колбаски, ножки из утиного конфи и утиный жир. На самом деле, не пугайтесь, это только звучит страшно. Сначала насчет тулузских колбасок. Так вот, ихние колбаски из Тулузы – это точь-точь наши купаты, только лишь приготовленные всегда из свинины и из пряностей практически всегда. Они содержат только соль и черный перец. Сырые колбаски. Купаты – это сырые колбаски, которые перед поеданием нужно как минимум подвергнуть тепловой обработке. Начну пока готовить. Сначала морковь. Так вот, тулузские колбаски – это оно и есть. И еще одно замечание для домашних колбасоделов. Мясо для них надо брать в такой пропорции. 50% нежирной свинины и 50% полужирной по классификации колбасников. То есть с содержанием жира 30-50%. Ну, то есть корейка или пашина подойдут. Короче, 50% бескостной грудинки или корейки или пашины и 50%, скажем, свиного плеча. Соли морской из расчета 15-18 граммов на килограмм фарша. Перца черного 3-6 грамм. Да, конечно, иногда в такие колбаски кладут еще каких-нибудь трав, пряностей. Но не скидывайтесь. Это как с салатом «Цезарь». Я имею в виду, что настоящий салат «Цезарь» – это только салатные листья с соусом и сухарики. А то, что вы едите в общепите, это «Цезарь с курицей». Или «Цезарь с креветками». Ну, то есть, как пиво с воблой. Или водка с солеными огурчиками. Ну, то есть, понимаете, да? Пиво, оно и без воблы – пиво. Также и салат «Цезарь» без всякой грудки, без всяких креветок – это салат «Цезарь». Так и тулузские колбаски. Путан объяснил, наверное, да? Так, теперь надо поставить вариться белую фасоль. Я ее вчера замочил. И сразу же сюда и лук, и морковь, и еще парочку гвоздиков гвоздики. Да, а конфи – это тушенка. В нашем случае утиная конфи, соответственно, утиная тушенка. Готовится очень просто, и как только в какой-нибудь из окрестных наших лабазов заведут утку, обязательно покажу, как готовить. Лук-порей тоже надо порезать. Да, так вот, утка нарезается, засаливается, пересыпается пряностями и оставляется на сутки. И порей сразу тоже к фасоли. Затем куски утки в глубокий противень, заливается большим количеством утиного и свиного жира, и в таком виде запекается в печи при относительно низкой температуре, там 140-160 градусов, ну и несколько долек чеснока. Очищу их от шкурки и порежу. Не очень мелко, все равно при длительном тушении так все расползется, что в тарелке и не найдешь ничего. Так что не мельчите особенно. В кастрюлю его. Вот так. И сразу же веточку тимьяна. Тимьян тоже, кстати, обязателен. Да, так насчет конфи. Таким образом готовят не только уток, как несложно догадаться, но и индейк. И гусей. После того, как мясо станет настолько мягким, какой бывает у тушенки, его достают, перекладывают в глиняный горшок, а собранный жир и мясной сок кипятят. Кипятят до тех пор, пока влага, мясной сок, не выкипит и останется только жир. И вот этим жиром, этот глиняный горшок с мясом, заливают под завязку, под самый верх. Огонь уж можно убавить, пожалуй. Примерно через полчасика проверим, как себя фасоль чувствует. Так вот и хранится в этих глиняных горшках, залитых жиром, утка, гусь, индейка. Короче, это просто способ сохранения продуктов. Но вы же все ели
классную поджаристую ароматную утку. Представляете, какое это ароматное мясо? А теперь подумайте, если это ароматное мясо еще имеет и мягкость, и консистенцию тушенки, вот именно ради этого и кладут утиные конфи в косуле. Еще один важный момент. Ради вкуса тулузские колбаски нужно обязательно обжаривать на утином жару. Но у меня его нет, кончился, я его весь на Балише завел. Да, ролик уже снимал, ссылку повешу в конце этого видео. Поэтому ради жира я купил утиную грудку. Я бы, конечно, с большим удовольствием целую утку купил, но сейчас не продают. Чтобы легче жир вытопить, нарезаю вот такую сеточку. Ну, вы знаете, не переживайте, утиная грудка тоже в косуле пойдет. Вообще, чем больше разных видов мяса в косуле, тем оно вкуснее. Выкладываю ее на холодную сковородку и включаю нагрев. Холодный – это чтобы больше жира вытопить. Ведь скорость распространения тепла в мясе, тем более в сале, невелика. И если выложить грудку сразу на раскаленную сковородку, то утиная шкурка начнет прижариваться, поджарится и даже начнет гореть. И надо будет ее снимать до того, как теплота дойдет до глубинных слоев сала и успеет их вытопить. Не удержался и поумничал. Это дает себя знать мой диплом инженера котла и реактора-строителя. Или врожденное занудство. Пока обжаривается грудка, нарежу соленый бекон. Именно соленый, не копченый. Это важно. Ароматы копчения в косоле нам ни к чему. Кстати, можно использовать и свежую, ну то есть не соленую корейку. Жир уже хорошо вытопился, слегка подрумянив вторую сторону. Не надо доводить утиную грудку до полной готовности. Вся обжарка этой стороны только ради поджаристой корочки. И потом, при долгом тушении и варке вместе с фасолью, все вкусы и ароматы этих следов реакции Майяра пропитают соус и бульон, и это будет восхитительно. Смотрите, какая красота. Ее надо уже нарезать. А в этот ароматный жир отправляется соленый бекон. Его тоже надо подрумянить, но не сжечь. Поэтому следите обязательно за температурой и вовремя переворачивайте. А грудку сейчас отправим к фасоли. Порежу ее кусочками на один укус. Очень красивая, правда? Впрочем, если у вас есть в закромах запасенный утиный жир, то грудку можно и не использовать в косуле. Что там с беконом? Красота с беконом. Просто-таки отлично. Сейчас с другой стороны пусть подрумянится. Здесь та же самая фишка. Не надо его поджаривать до полной готовности вытапливания всего жира. Все это мы затеваем только ради вот этих поджаристых бочков, ради этой румяности. Вот так будет достаточно. Вытаскиваю его к уточке. Пусть подождет своего часа. Запахи совершенно головокружительные. А теперь пришла пора тулузских колбасок. Их отправляю все в тот же ароматный жир. Здесь сейчас получается смесь утиного и свиного, который из бекона вытопился. И опять повторюсь, здесь та же самая история, только подрумяниваем, не надо их до готовности жарить. Все только ради вкуса и аромата вот этого поджаренного мяса. Смотрите, прямо на глазах все. Переворачиваем. Пока я тут все вертел, пока мы камеры с аппаратами ворочали, фасоль к этому времени варится уже полчаса. И сейчас я добавлю туда протертых томатов. По-хорошему, сюда надо, конечно, очень приличную томатную пасту добавлять, но приличной в нашей округе именно пасты я не нашел. И если она у вас не кислая, то ее можно вообще одновременно с мясом закладывать. Если же кислая, подождите полчаса для того, чтобы фасоль хоть немного успела развариться, иначе кислота, содержащаяся в этой самой пасте, свяжет крахмал, и фасоль станет такая стеклянистая, и ждать будете, пока она сварится, до морковкиного заговения. Смотрите. Колбаски тоже готовы. Отложу их на доску. И последний на сегодня ингредиент отправляется в сковородку. Немного нежирной свинины. Тоже подрумянить в этом же ароматном жиру. А колбаски порежу на несколько кусочков. Наверное, вот так нормально будет. Отлично. Все, загружаю к фасоли все продукты. Бекон, колбаски, утиная грудка. Вот так. Про свинину не забываем. Что тут у нас? Ну, считаю, что отлично. Видите, подрумянилось, значит, в кастрюлю. Да не кривитесь вы так. Блюдо очень нажористое, и вряд ли вы сможете осилить за один присест больше 300 граммов. А жира в такой вот 300-граммовой порции не больше, чем в вашем любимом бутерброде с маслом и сыром. Да вообще, это крестьянское блюдо. Про ножки не забываем. Вот, резать их даже не буду. Зачем? И так хороши. Теперь. Если у вас есть бульон, то долить в кастрюлю можно бульона. Если нет, то доливайте воды. Ее нужно столько, чтобы
покрыла, более-менее покрыла под завязку все выложенные продукты. И варить, тушить нужно на среднем огне, так чтобы жидкость выкипала, чтобы соус загущался, чтобы фасоль разваривалась, чтобы мясо все превращалось в тушенку. Поэтому перемешиваю аккуратно, вот так вот, и прикрою крышкой, но не плотно, чтобы кипело тихонько и чтобы лишняя влага все-таки испарялась. Готовится этому блюду еще примерно полтора часа, ну, может быть, два. Но мы с вами встретимся через час. Час прошел. Смотрите, что у нас тут. Отлично. Видите, часть бульона уже выкипела, но еще недостаточно. И сейчас надо попробовать на соль. Хотя, чего его пробовать? Да. Бекон, конечно, был соленый, но его здесь мало, поэтому досаливаю. Не только досаливаю, но и добавляю сахара немного. Однако, это блюдо обязательно должно иметь такую легкую сладковатую нотку. И если вашей моркови, вашему луке, вашей томатной пасте этой самой сладости недостаточно, то обязательно сахар добавляйте. И красный острый перец. Перец тоже обязателен. Блюдо должно быть ярким. А теперь небольшой геморрой. Дело в том, что всю готовку после закладки мяса лучше всего проводить в духовке, чтобы жар равномерно со всех сторон обволакивал эту самую кастрюлю, тогда она тушится лучше. Вкуснее получается. Поэтому все готовить удобнее не в кастрюле, а в чугунке. У меня чугунка нет, а глиняная кастрюля моя, глиняный горшок на индукционной плите не работает, поэтому я сейчас все переложу в него. Так что счастливые обладатели чугунной посуды могут просто отправлять ее в духовку. А я сначала помучаюсь, постаравшись не обляпаться. Маленькое ноу-хау. Если вы ждете гостей, и если у вас есть маленькие порционные глиняные горшочки, а даже если нет, не переживайте, вот на этом этапе выключаете нагрев под вашим косуле, накрываете его крышкой и даете остыть. Секунду. Температура 180-190 градусов, кстати. Так вот, и спокойно забывайте ваше кусале в холодильнике на сутки, а то и на двое. А в день встречи гостей вытаскивайте его из холодильника, раскладывайте по порционным горшочкам, или прям так целиком, весь этот чугунок, отправляйте в духовку на 30-40 минут. И успех вам обеспечен, гарантирую. Итак, томиться это в духовке должно еще полчаса, 40 минут, как я уже сказал, до тех пор, пока лишняя влага не выкипит, вверх подрумянится, а сама косуле приобретет такую консистенцию, ну, пюре. Ждем. Та-дам! Смотрите, видите, и зарумянилась, и влага выкипела. Можно перед посадкой в печь все это сверху присыпать панировочными сухарями. Они, во-первых, лишнюю влагу в себя возьмут, а во-вторых, хорошенько, аккуратно подрумянится сверху в духовке. Будет очень красиво. Давайте уж пробовать. Посмотрите на эту густоту. Оцените, ну или хотя бы попытайтесь представить себе всю ту гамму вкусов и ароматов. Я обожаю французскую кухню. Такой насыщенный вкус. Здесь разное мясо. Вот я сейчас попробовал только фасоль. Я сейчас сразу кусочек мяса тоже утащу. Это, наверное, это грудки кусочек. Мясо просто тает во рту, как кусочек масла. Все это блюдо пропитано целой кучей, целой гаммой ароматов. Есть и сладость, и острота. Это супер. Такое очень, знаете, осеннее, согревающее блюдо. Постарайтесь выбраться во Францию в поездку. Попробуйте там косуле, а затем возвращайтесь домой. Пересматривайте этот ролик, готовьте его сразу же и не благодарите. Спасибо за компанию. Всем пока. Да, я же вам вначале там ссылочки обещал. Вот это ссылка на бычий хвост с красной фасолью, а это на Балиш. Теперь уже пока.